Так, ну тут мы пойдем в четверочку, да? У нас, в принципе, на соло есть кому постоять. Артанис, Сэм. Пойдем быстрые стаки. Было бы лучше, если бы у них самура был. Я бы быстрее бы стакался. Ну ладно, я думаю, и так сойдет. О, видишь, 4 стака. Вообще как с куста просто. Раненько я запустил. Вот сейчас бы, да, 16 стаков. 12 тоже сойдет. Во, малорика. Все на бот. Блин, чувак, а как я буду стакаться? Ладно, тогда придется их позвать на бот, наверное. Сейчас они просто сами сюда придут, я думаю. Супер. Два, да, стака? Ребята, давайте подеремся, ну где вы все? Хоть ты убей, они не хотят драться и все. Мне надо в кашу подраться. Стаки нужны. Деремся, деремся. Вот это сладенько было. Что он меня так отпиздошит? Yes, well thought. О, хорошо, вот Русану бомб подкатили прям в кассу. Так, уходим домой. Пополниться в любом случае надо. Блейз явно переоценил свои возможности. Бывает, понимаю. Ох, нихрена, конечно, гуд 24, супер гуд.
трехочковый. А я парень плотный. Хорошо. Давай, я буду сферами отбрасываться. Давай, дуй отсюда. Ой, отлично. Ну да, чувствуются щитки из кухонных. Так, пошел я дальше стакаться, гайс. $250, порядочек. Блять, сейчас она меня пришьет. Не, вообще, я как-то вышел так криво на нее. Ну, не повезло, бывает. Почувствовал уже уверенность, у нас ульта. Стаки пошли. Уже могу ходить как хочу. Да, орфей у них ебошит. Знатно. Тупо в солюженцию разматывал. Ну и удобно, блейз большой, плазмодан большой, да. 41, охуеть. Да все, да, я уже пойду. Сейчас, блядь, 2.5 мне сняло, охуело совсем, блядь. No escape. Choose the talent. Жена, молодец. Сэм, оставь. Это я сейчас ошибку походу совершаю. А дайте шаркины! Да, не надо было ешкой в него цепляться. Ну ладно, зато сам время не терял. Вот смеш. Достаточно, конечно. Сэм. Хорош. Красавчик. Так, они вот эту хрень, да, берут? Во, благодарю.
Хорошо, меня стакаете, спасибо. Так, Сэм пошел бот проносить дальше. Пока Блейз. Ой, вот это прям хорошечно было, такая отчетливая сверка. Процентовочка. Супер. Так, ну теперь по крипам мне ж не обязательно усиленная, давай. Фулл стаки имею. Так, буду откидываться помаленьку. А ну отошел отсюда. Вот так вот. Ох, Джайна там прочувствовала, прочувствовала. Отходим, отходим. Enemy protector online. Prepare your defenses. Дамажим, дамажим. О, вот это было сладенько. Бай-бай. Ну, Ариарх я все равно догнать не могу по урону. Пора домой. Не, ну по фортам у нас бешеное преимущество. Блять, может, надо было своим бежать помогать. Вроде и сами справляются. Или нет? Сколько? 1400. Может и хватит. Хватит, хватит. Ну ему он всю карту надо дефать.
Подожди. Надо тут пацанов развлечь. Во. A new terminal will be ready shortly. Забирай ты, наверное. Ладно. Так, толкальщики линии пошли, линию толкали. Тиранда. О, да, лучше хилку тогда тиранде. Если на то уже пошло. В принципе, можно пробовать заканчивать. Еще один киллок. Ну, как будто нет. Я понял. Блять, отходим. Отходим, это сейчас РПР разберет. На удачу. Ладно, хоть я ну подхватил, не так обидно. Так, давай мы пока покидаем сферы. Да, я понимаю. They will surely feel this loss. Тут был силен, мне надо зарядить. Блять, ну вы ж в меньшинстве, ребятки. Ох, бля, ох ты, бля. Ладно, затыкали. Блядь. Ой, ну больно прям. Totally my fault. Да, я не знаю, чем он пошел со мной на топ. И мне надо было уже быстренько петлять, конечно. Нормально, в принципе, еще сойдет. Форта они все равно никакого не снесли. Арпею забрали. Я, конечно, мог не умирать здесь. Было совершенно не обязательно. Ой, ну нам проще, блин. Как приятно, когда не надо вот эту всю шнягу деф. Как же это приятно. Вся карта у тебя, считай, видна, да? Постоянно крепочки идут, подсвечивают врага. О, Керриган, ну у тебя большие проблемы, я смотрю.
О, блядь, вообще все промазал. Так, короче, пора пушить. Думаю, так по полторушечке снимать потихоньку. Пробовать забирать. Лангануть хотела, прикинь. Хорошо, Джайна ушла. Но форт это не спасает. Дергаем парня отсюда. Блять. Такое ощущение, что не уходит. Блин, хреново кинул. А, сейчас хорошо. Ну, она выпрашивала уже прям. Ой, одеться мы накрыли. Мне бы фронта какого-то пундрался, я подкидывал бы так. Тяжеловато попасть. Вот, что типа того. Ну, я хочу сказать, держатся они очень хорошо. Но в драке они и посильнее будут в прямом противостоянии. А нуб очень живучий у них. Да, блядь, все промазал. Так, блядь, вторую сферу уже мажу. Больно, 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 успокойся. Так. Ну, присутствие легкого пиздосика, да. Ощутимо. Две пушки еще наставили, охуеть. А поводок тоже как бы опасно идти делать. Приколпашит за эту хуйню. Да, там у него же урона тонна. Надо выдамаживать его все равно. Сколько у него? 38 косарей. Thank you.
Ну, Кэрри, она не дурнушка. Блин, ну как они борются, конечно. Ой-ой-ой, сейчас я могу отлететь нахер. Ух, выжил. Устроили они тут борьбу хорошую, я хочу сказать. Вроде бы, да, им по линиям давим, но... Я не скажу, что мы в каком-то супер преимуществе. Борьба идет куда на равных, чем оно может казаться. Какой-то кэмп живучий стал, чем мне кажется. Well done, my allies. Давай пробовать. Быстро, быстро. Тиранда, забирай, 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 забирай. Блять, завтычил немного. I can't peel for a moment. Take down that hero already. Да-да-да, он ошибается, он наказывает. Почему они на транспорте? Хорошая птичка, но она выживает. Она все равно выживает. Я херово стал сферы накидывать. Сейчас хорошо жахну. Ох ты, ёб твою мать. Нет. Блядь, засмотрелся. Блейз, ну дай масло подстань. Что ж ты такой пассивный нахуй? 41 тысяча, ясно. Ясно, понятно. Блядь, утро 42, это пиздос. Ну все, стоило мне разок отъехать. До свидания, да? Да, вот тебе и пожалуйста. Выигрышная партия была, вроде бы как. Да, ну Блейз такой шляпы набрал, конечно. Мортанис уже 1 000 000 000 стаков должен, 500. Как можно проебать, я не знаю. Как-то, видимо, можно. Ну, в целом, неплохо, конечно, да. Ну, блин, проигрывать прям вообще не хотелось. А ну, хорош, бихуй взял. Давай тогда ему зарядим. Полчаса ебать мозги, чтобы проиграть, да. Ну ладно, в принципе такая. У них Карриган была дурнушка, у нас Блейз, да, так себе. 165. Без стимулятора вообще опыта не дают. Полчаса игры 165, но это, по-моему, это очень мало. Это называется «Бай-бай, твое личное время».